Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается воспоминаний о школьных годах. Человек пишет, в последнее время намеренно начинаю вспоминать школьные годы, но не знаю, почему это делаю. Если мне от этого не очень спокойно на душе. Неспокойно, скорее всего, потому что школьные годы у меня ассоциируются с неуверенностью в себе, с низкой самооценкой, неумением проявлять себя в обществе и вообще с тревогой. Несмотря на это, я учился на отличном. А еще, когда занимаюсь спортом на велотренажере, в наушниках музыка заставляет меня придумывать какие-то ситуации в голове такого рода. Я столкнулась с бывшим мужем в магазине, она как-то не так себя повела по отношению ко мне, и я сразу же начала давать ей отпор. Не нападает на нее, а просто тактично ставлю на место. Затем еще подобные мысли, как я эффектно прохожу мимо бывшего парня, а потом очень интересно общаюсь с подругой, он это слышит и наблюдает. Но я поняла, почему я придумал в голове такие истории. Дело в том, что во время школы бывшая мужа меня оскорбила, недооценила, хотя я ничего не делала, просто не было неприятно ко мне. Но ответить ей я не смогла, испугалась вступить в диалог, так как побоялась, что два слова не свяжу. А бывший мой парень меня очень плохо знал, он меня изменил, так как ему неинтересно со мной было. Я в отношениях себя не проявляла. Я мало говорила, я была скрытной, он меня не знал, поэтому я понимаю, что он изменил не просто так, а просто потому, что разлюбил и не смог меня узнать. Я простила его. Но я все равно не понимаю, я все равно ее понимаю, почему, нет, наверное, все-таки, я все равно не понимаю, почему у меня атакуют подобные мысли. Они мне очень мешают, я даже перестала слушать музыку во время спорта, чтобы она не мотивировала меня на подобные мысли. Я ложусь спать тревогой, просыпаюсь также с тревогой, мне очень плохо на душе. Погода на улице ассоциируется у меня со школьным периодом, поэтому даже погода меня пугает. И даже если столкнулся в интернете с аккаунтом какой-то одногруппницы с колледжа, который я бросила, то опять тревога, как я чувствовал себя там изгоем. И также была тревожна. Изгоем я себя чувствовал, потому что не знала того языка, на котором у нас преподавали. Это была другая страна. И все эти школьные студенческие годы, люди, которые там меня окружали, воспоминания о них заставляют меня тревожиться. Я схожу с ума, будто бы, как мне быть. Ну, самый лучший, наверное, вариант решения здесь, это, конечно, пойти на психотерапию, то есть выбрать психолога и начать работу. Потому что действительно есть ощущение, что довольно много у вас есть переживаний, которые вы не отреагировали, то есть которые как бы, ну, вот у вас внутри. Вот это то, о чем говорит вам моя коллега, и, собственно, я на этом, в данном случае фиксироваться, пожалуй, не буду пока что. Вот. То есть, если вы захотите поработать, да, вот, то этому, конечно, нужно будет уделить внимание, и много внимания. Но пока что вот так. Это первое, ну, первый аспект, в смысле. Второй аспект — это то, что вы тотально себе не доверяете. Вот эти мысли, которые вы описываете, они у вас, на мой взгляд, возникают, ну, совсем не просто так. Вот. Они у вас возникают именно по той такой, может быть, ну, простой, непростой причине. Что вам хочется себя проявить. И желание себя проявлять — это нормальное желание. Но другой вопрос, что вы не знаете, скорее всего, как это сделать. То есть, как себя проявлять. Вот. То есть, как обратиться с чувствами
теми чувствами, которые у вас есть. Вот. Понимаете, какая штука? И отсюда, на мой взгляд, вам так тяжело. Вот. То есть необходимо учиться в этом смысле себе доверять. Вот. Чем лучше, чем больше, тем лучше. Ну, вот. Сейчас вы этого не делаете, Вот сейчас вы, по большому счету, только вот в этом смысле вы сейчас как бы, задним числом, по сути, вы сейчас задним числом только реагируете на то, что с вами происходит. Вот. А себе вы, на мой взгляд, себе вы, в этом смысле, не доверяете по-прежнему. Вот. Так я это вижу, по крайней мере, сейчас. А доверять себе необходимо, вот, потому что, без этого очень сложно воспринимать себя, так скажем, позитивно, да, вот, очень трудно, адекватное к себе отношение иметь. Вот. А у вас вот в этом смысле не получается. Вот. Следующий важный момент, что есть ощущение, что вы пытаетесь доказывать. Вот. Есть такое ощущение, да, что вы пытаетесь доказывать что-то людям, которые вокруг вас. То есть вы пытаетесь доказывать бывшему парню, что-то пытаетесь доказывать бывшему мужу. Вот. И вы говорите о таких проявлениях, да, своих, как вот, например, о том, что вот, есть у вас, допустим, проблемы с самооценкой, да, вот вы говорите, что были проблемы с самооценкой. Вот. Но мне, к сожалению, например, кажется, что они у вас есть до сих пор. Мне кажется, что проблемы с самооценкой никуда не делись у вас. И сейчас мало чего изменилось. Вот. Повторюсь, да, это мое мнение такое. То есть, понятно, что могу ошибаться в данном случае, и понятно, что могу чего-то не знать в данном случае, вот, но мне кажется, например, что вот такая сложность, трудность, она есть, она вот присутствует. И в общем и целом я бы, конечно, сделал бы упор, да, именно на то, что на то, что сейчас у вас есть вот
ну, такая вот проблематика, да. То есть я сделал бы упор именно на то, что вот сейчас вам это тревожит. Дальше. Значит, по поводу того, что касается тревоги, да, то есть вот в целом по поводу того, что касается тревоги. Тревога – это естественная реакция на угрозу. То есть вот когда ну, когда человек тревожится, да, то это реакция на угрозу. Если я тревожусь, значит, я, ну, как бы предполагаю некоторую угрозу себе. Необходимо понять, выявить, что вы, в принципе, в целом, подразумеваете под угрозой. То есть, что вы считаете угрозой для себя, что вам угрожает. Мне опять же показалось, что угрожают вам люди, вот, которые вас окружают. Вот. Мне опять же, например, показалось, что, ну, вы себя как-то вот с этими людьми, ну, вероятно, сравниваете. Опять же, здесь я могу быть не брать, да, может быть, сравнения такого вот какого-то прямого нет, но мне лично показалось, что это сравнение есть. Мне лично показалось, что, ну вот, что вы себя сравниваете все-таки с, ну вот, с, ну, с другими людьми вы себя сравниваете, мне так, по крайней мере, показалось, вот. И, соответственно, тут два момента. Первое – это определение того, что вам угрожает, да, то есть, ну, определение непосредственно угрозы вам. Это первый момент, достаточно такой, там, серьезный, получается. И второй момент – это вот желание доказывать что-то кому-то. То есть, ну, вот сравнение себя с другими людьми. Еще важный момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание в целом. Это такой аспект, который касается, скажем так, вашей реализации. Вот. То есть, который касается того, вот, как вы реализовываете. И реализовываете ли вы вообще. То есть, к чему вы стремитесь, куда вы идете. Вот, например, вы говорите, да, допустим, говорите, что учились, допустим, вы говорите, что учились, значит, на отлично. Зачем? Ну, то есть, вот, для чего вы учились на отлично? Зачем вы это делали? Такой момент. То есть, какая здесь, ну, ваша собственная цель была? В чем ваша цель? В чем, как бы, цель? Вот. Не в том смысле. Не в том смысле совершенно, что вы не должны учиться, ну, отлично, не в этом.
не в этом дело, в данном случае. А просто зачем? Какая цель? Вот. Понимаете, да? В данном случае, как бы, отсутствие цели, это очень такая серьезная проблематика, вот, как мне кажется. Для вас серьезная проблематика. Потому что когда у человека нет цели, вот, когда человек, просто вот не знает, что ему делать, не знает, к чему стремиться ему, вот, то начинаются всякие казусы, начинаются всякие проблемы, начинаются всякие трудности, вот, начинается обязательно сравнение себя с другими людьми, вот, ну, потому что, опять же, да, я, получается, я не аккумулирую, вот, свои ресурсы, да, я не аккумулирую их, вот. А если я свои ресурсы не аккумулирую, то на что мне тратить тогда, получается? Вот. Это вот очень большая проблема, на мой взгляд, что не имея четких целей сейчас, вы просто всю свою энергию тратите, по большому счету, на то, чтобы сравнивать себя с другими людьми, там, пытаться доказать, что я там, не хуже других, там, например, вот, и так далее. Вот эта проблема, она, как мне кажется, очень бросается в глаза. Что значит здесь смущать, да, в какой-то степени? Смущает то, что вы описываете проблематику, некоторую проблематику, и просто тратить, как вам быть. Знаете, в чем штука, да, вам, вам плохо, вот. Вам плохо, вам, в этом смысле тяжело, вот. И вы сами не справляетесь. Очевидно, да, что вы сами не справляетесь с ситуацией. И вы пишете там, условно говоря, обращайтесь к психологу, да, к примеру. Соответственно, сами подумайте, пожалуйста, сами подумайте, как вам можно быть. На мой взгляд, только психотерапия. Чем быстрее, тем лучше. Потому что иначе все это может скупиться. Вот. На мой взгляд, опять же. Да, то есть все может просто
остаться серьезным. Вот. Потому что, ну, как бы, если вот вы ничего, допустим, ничего, если не будете делать, сам с этой ситуации, да, вот, она просто будет развиваться. Она будет развиваться, и будет вам становиться тяжелее. Вот. Еще один момент, это то, что много боли. У вас много боли, много обиды, по крайней мере, там, чувствую я, вот, что у вас это есть. И, на мой взгляд, там, тоже нужно корректировать. То есть, вы верите людям. Вот. Вы ищете объяснение. Ну, в этом смысле. Вот. То есть, вот, ну, в каком смысле, да, вы ищете объяснение тому, что вот, происходит. Ну а правда заключается в том, что никакого объяснения, в общем-то, нет. А люди могут просто относиться к вам не очень хорошо. А точнее, отзеркаливать вам то, как вы сами к себе относитесь. Вот. Но тем не менее вам больно, и боль необходимо прожить. Сам какую-то безопасную среду создать, где бы вы могли взрастить внимательность к себе и контакт с самой собой, а значит и с другими людьми. Вот. Какой-то такой ответ, надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Удачи вам, всего самого доброго, обращайтесь.